Приветствую вас, и у проблемы есть несколько аспектов, которые нужно рассмотреть в обязательном порядке для того, чтобы попытаться вам помочь. Первый аспект – это унижение всякими плохими словами вас. Ну? Нужно понять, чем руководствуются ваши родные. Ведь у них же есть какая-то цель. И раз унижают и оскорбляют вас постоянно, то значит они с помощью вас реализуют какую-то свою цель. Вот понимание их цели, а для этого нужно проанализировать этих людей и ваши отношения с ними. Понимание этих целей поможет вам понять главное, что их негатив, он направлен-то не на вас. Они через вас что делают? Самоутверждаются, проявляют себя, чувствуют собственную значимость и так далее. Но никак их отношение не говорит о том, что вы там плохая, что вы там, значит, как-то недостойны, хуже всех и прочее. Это первый аспект. Личная мотивация людей унижать и оскорблять. Потому что хорошие люди, счастливые люди, находящиеся в гармонии с собой, не испытывающие острую потребность в чем-либо, зло никогда совершать не будут. А зло совершают всегда те, у кого есть дефицит. То есть острая потребность в чем-либо, и они эту потребность реализуют так, как для них наиболее приемлемо. Может быть, эти люди, например, не испытывают искренних чувств друг к другу. И не могут они жить раздельно. Но их злость, неудовлетворенность находит выражение именно на вас. То есть через вас они выпускают свой негатив. В этом примере очень важно понять, что вы являетесь своего рода громоотводом для них. И ваша личность никакого значения не имеет. Люди оскорбляли и унижали бы так любого человека на вашем месте. Просто потому, что у них жизненные обстоятельства сложились именно так. Именно так, а не иначе. И вот это первый момент. Следующий момент заключается в том, что вы не можете дать им отпор, потому что не уверены в себе. Кроме того, что у вас не совсем правильное понимание ситуации в отношении того, кого люди пытаются оскорбить и почему они это делают, вы еще и сомневаетесь сами в себе. То есть вы по какой-то причине считаете, что у вас вот что-то не получится, что-то вы не сможете сделать, чего-то не добьетесь, что вы хуже. Вот разбор того, почему вы так о себе думаете, и постановку цели, которые вас интересуют, организация деятельности по достижению этих целей и решение задач, направленных на достижение целей, поможет вам уверенность в себе сохранить, уверенность в себе развить и понять, что вы достойны, что вы можете, что вы способны, что вы ничем не хуже других людей. Это момент второй. И третий момент. Он заключается в том, что
Ну вот вы пишете, вы боитесь усугубить ситуацию. Для того, чтобы понять причину страха, нужно, во-первых, воспитать этот страх в свою высшую форму, то есть представить, что будет, если произойдет то, чего вы боитесь, и так ли это действительно страшно. Во-вторых, а почему, собственно говоря, вы боитесь? Устраивает ли вас то, что есть? То есть, если вы считаете, что может быть хуже, то тогда почему вы до сих пор живете с этими людьми? А если хуже быть не может, то значит вас устраивает все. Значит, вам может быть нравится то, что происходит. Вы понимаете, что могло бы быть и хуже. То есть с этим моментом нужно разобраться. Дальше. Усугубить ситуацию в данном случае, ну, можно, наверное, только с помощью насилия, с помощью рукоприкладства и прочих не очень хороших поступков в отношении человека. Но, как вы понимаете, все эти поступки являются незаконными. И вы в случае применения к себе их можете совершенно спокойно обращаться в полицию, обращаться в социальные службы, чтобы вас защитили, а людей привлекли к ответственности. Именно так вам и нужно поступать. Почему? Да потому что, если вы так делать будете, то рано или поздно вы, собственно, сломаетесь. Но, поскольку вы пишете, что как сделать так, чтобы не сломаться, задаю вам вопрос встречный. А что для вас есть сломаться? Что вы понимаете под этим словом сломаться? Например, кто-то может посчитать, что вы уже сломались. Вы позволяете себя оскорблять, вы позволяете себя унижать, вы ничего не говорите в ответ. Это и есть сломленность. Сломленный человек тот, который перестает бороться. В чем вы еще не сломались? И что для вас есть сломленность? Не оправдываете ли вы себя в том, что вы еще не сломали, хотя в действительности это уже произошло? Обязательно ответьте на этот вопрос, потому что, возможно, самооправдание и искажение действительности мешает вам понять, что ситуация уже достигла своего предела. То есть вы позволяете другим себя унижать, значит, вы не уважаете себя, вы не можете защитить себя, а значит, другие люди также не будут вас защищать, не будут вас любить и уважать, потому что вы себя не любите. А себя вы не любите, потому что позволяете не любить себя другим, опять-таки. И вот этот порочный круг нужно разбивать через проработку внутренних комплексов, через проработку поведения ваших родных и через изменение своего поведения, через достижение своих целей, через достижение своих идеалов, а главное, учиться нужно доверять своим чувствам. Что это значит? Я попробую вам привести очень простой пример. Вот если человеку говорят, что он дурак. Ну вот просто говорят, ты дурак. Кто-то воспримет это как оскорбление. Будет он прав? Ну, для себя да. А кто-то просто посмеется. Будет он для себя прав? Да, будет. В обоих случаях люди правы. Но, скажете вы, не может же быть такого, чтобы в двух совершенно разных ситуациях оба были правы? Так не бывает. Правильно.
Так не бывает. Несмотря на то, что ситуации разные, то есть реакции людей разных, у них есть одно общее, объединяющее начало. Это то, что люди доверяют своим ощущениям. Вот кто-то обиделся, меня оскорбило. Мы не говорим сейчас, хорошо это или нет. Мы не говорим сейчас о том, почему человек оскорбился. Это другое. Важно, что человек доверился своим ощущениям, доверился своим чувствам и, исходя из них, начал действовать. То есть он изменил свое поведение, он изменил свое отношение к тому, кто его оскорбил и так далее. Правильно это или нет, это уже вопрос другой. Но факт тот, что люди доверяют своим ощущениям. Вы этого не делаете, и пока вы этого не делаете, вы и будете терпеть несправедливое отношение других людей. Надо сказать, что доверять своим ощущениям полностью, конечно, нельзя. То есть всегда есть какая-то вот грань между субъективностью и объективностью, между реалистичным пониманием мира и, значит, нереалистичным, образным, идеалистичным и так далее. И эту грань вам предстоит отыскать для себя самостоятельно. Но нужно четко понимать, что на ваши ценности, на ваши идеалы, какими бы они ни были, и на общечеловеческие идеалы никто посягать права не имеет. А я не думаю, что вы будете спорить с тем фактом, что оскорбление и унижение не являются общечеловеческими ценностями и идеалами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.